Всем привет! Снова у нас хорошая погода, жарко. И сегодня мы посвятим день уборки двора. Маша подметает дорожки. Ай! Вот здесь тоже нужно убрать. Я в детстве оставалась в селе у бабушки. И мое любимое занятие было, ну, из того, чтобы помогать бабушке, это убирать вот такие дорожки. Колина художество. И вот остатки картин. Кто это? Кто это такой пристал? Ну не пыли ты сильно. Котик. Покажи свои глаза. Весна. Покажи глаза. Глаза покажи. В прошлом году здесь жил дикий котик. Ты куда ты прям канул? То мы специально взяли кошачий корм, чтобы его покормить. Так, а мы здесь? Покажи глаза свои. Не ты. Ох, какая. Видишь ты? Да она всю дачу кричала. Я с того участка услышала. Ух ты, злюка. Маша еще новых орбисов доделала. Вот. Красивый цвет небесный. Желтый крупнее. Mm-hmm. Еще в городе мы купили арку садовую, декоративную. Вот так она выглядит. Мы уже пытались в городе ее собрать. С Машей. Вот у нас тут роза такая вьющаяся, она уже отцвела. Мы пустим ее вот сюда, будет арка, если мы тут хотим сделать дворик, продолжение. Вот сейчас покажу. То вот здесь будет арочка эта. Арку будет Маша собирать. Вот соберет, а потом посмотрим, куда мы ее поместим. Вот так она цветет, один цветочек остался, а так она уже отцвела. Вот с таких трубочек она состоит. Вот инструкция по мелкой. Вот инструкция по ее сбору. Эй, болтики! Как я все соберу. Болтики! Инструкция. Ну тут и так все понятно. Где такие палочки. Ее еще нужно будет хорошо укрепить земле, чтобы ее за зиму никто не спал. Нет. Это 4 нижних, самых первых. Это идут обычные штучки. Это для верха арки, они полукруглые. А это перекладинки. Сейчас Маша будет все собирать. Будки она уже собрала. Я успела затронуть уже. Маша, работа идет. Получается? Наверное. Что ты тут это сделала? Лесенка. Вот такая хлипенькая конструкция. Ну ничего. Розу выдержит. Вау! Оп! Последняя. Обедовочный супчик. Еще будет цветная капусточка перед готовностью. Укропчик. Зелень, укропчик и петрушечку брошь. Маша морковку в супе не любит, выбирает, поэтому я ее крупно режу.
А дома мы брюки ласкались. Ла, красота. Наперся. Маша нарвала шелковицу. Сладкая. Ням-ням. Да, и губы такие же. Вот наша шелковичка. В этом году урожай на шелковицу. Вот сколько ее. Уже попадала. Да. Ну, вчера ветер был. Вот такой высоты арка. Мы ее поставили. Теперь нужно придумать, как ее укрепить, вот эти ножки. Так, чтобы ветер не завалил и никто не украл. Маша, пришли друзья. Соню и Колю позвали кушать. Это луна на небе. Сейчас 9 часов вечера. Дети покушают и еще будем гулять. Хорошо гулять по вечерам, потому что жара спадает. Арчи. Арчи. Арчи только что кушал семена подорожника. Вот такой колосок еще зеленый. Ну, увидел камеру, притих. Листик подорожника. Арчоныш. Арчик. Свои порядки наводишь, да? Ой, еще там тешатся бложки. Арчи, Арчи. Ух, какой хвост уже. Бери, доедай колосок. Доедал, доедал. Арчи. Арчи. Арчи, Арчибальд. Вот такой хищник, который ест зеленую травку. Ой, улегся отдыхать. Все, накушался. Ну, отдыхай. Большую часть дня Арчи спит. Любитель хамачка. А ночью, конечно же, резвый он. Да, Артёныш? Да, Артёныш? Ну, отдыхай, не буду, ну что ты отдыхай. Маша для Сони приготовила подарочек. Покажи. Подушечка. Вот такой Байла. Угу. И дырка. Маша пошла в гости к Соне, а я здесь вечерком на веранде монтирую видео. Если наш папа не будет на выходные работать, то он приедет, и я ему передам все видео. Всем хорошего отдыха, до новых встреч, пока-пока!